Так, готовимся к тестовым полетам. С разными формами винтов. Включаем камеры. Ветер, блин, такой, что меня сносит. Я не знаю, честно, откровенно, что-то получится, не получится. Может быть, разобьем квадрокоптеры, блин, при такой погоде. Честно, откровенно, что-то меня как-то настораживает этот ветерок. Посмотрим, что у нас тут получится, не получится. Так, подключаем питание камеры и питание приемника, прячем их. Блин. Так, теперь подключаем аккумулятор. Есть такая партия. Так, опять, блин, как-то что-то так вот. 79, 78, хотя было 74. Так вот. Хорошо. Ну что? Попробуем. Ну, болтает его с этими пидами. С этими пидами его болтает. А, видишь, как. И с этими винтами. Ой, они. Сколько? 70% заряда у нас. О, как он неровно его. Инсталляция. Хорошо, давай. Как-то вот так, да? Уже лучше, все равно еще. Или нет? Нет, надо. Вот так вот. Как-то вот. Ах, блин, я ж запись здесь не включил. Запись здесь не включил. Видишь, он начинает болтать начинает. Ну и что тут нам в этой ситуации предпринять? Вон его как туда-сюда, туда-сюда. Так. Нет.
Ну, как его перекособочило. Так, ну-ка. Ну и что же вот так вот аккумулятор как-то сильно его что-то слишком. С опущенной по пичу надо. Хорошо. О. Так может быть. Ну чё, так в принципе неплохо, но вот только что задница провисла, конкретно задница провисла. О, как его, из-за аккумуляторов что ли получается? Центр. Да, этого, конечно. Болтает.
Ну, не знаю, так. Может быть здесь. Вот теперь его по роллу. Ну что еще? Как-то я не пойму. Не пойму я ничегошеньки. Болтает конкретно так. Ветер сильный. С другими винтами сегодня, наверное, пробовать не будем. Что же делать? Что, выровнялось, нет? О, уже выровнялось, да? Или все равно против ветра, когда... Ух ты, как его болтает, блин. Ну, чересчур его болтает. Давай сажать. Давай, 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 давай. Сажаем, сажаем. Да ты что, нет. Не будем мы сегодня. Что у нас там? Там, блин. Так. Вот так вот у нас было тут. 44 было. Ой, давай. Вот ее. Вот это болтает. Ну, вроде... А, блин. Пиде. Пиде, пиде, пиде. Ну.
его как-то заносит все время. Против ветра его, конечно, тяжело ему. Против ветра, но сильный ветер. Ну куда тут? Так. Вроде бы, ну, если... Ну, так вроде бы. Не знаю. Вроде бы вот так вот неплохо, да? И ветер затих. Ну и куда его понесло, блин? С этими винтами вроде бы так неплохо, да? 40% где-то. И чё его, блин, так? Всё-таки, наверное... Что, 25 минут у нас есть, 7 минут он летает. Что, мне нравится, как он летает на этих винтах против ветра.
не забыть сохранить только все это. Процентов. Ну блин, почему его уносит? Семнадцать процентов будем сажать. Давай найдем 0,9 минут он в воздухе. До 10 минут догоним. Но это он без камеры, без подвеса. Хорошо, 42 километра в час. ТМБ. Следующий. Б. Б. Вот таким ключиком затягиваем эти винты. Вот так вот. Вот таким. Вот так вот. Хорошо, ладно. Ну и что его тут колбасит сразу, да? Как его колбасит с этими пропами. И куда тебя понесло, блин? Вон оно как с этими. На этом ветру с этими пропеллерами его, конечно, носит. Вон оно как. Но я не буду настройки менять. Ну-ка давай опустим его чуть-чуть. Ну, в принципе, что здесь? Немножко. Что здесь? Скажите мне. По пищу еще добавлять. Но там потом. Нет, по пищу ничего я не буду добавлять. Добавить по D.
Вот так вот воды добавить его. Его, блин, так болтает. Так вот. Ну и куда его, блин? Чё его так вот туда заносит, не пойму я. Вот, проверяем потери сигнала. Возврат. Прилетел. Прилетел. Чё-то его колбасит как-то. Встать никак не может. Точку ищет. Нашел. Спускается. Или никак не нашел. Вот его колбасит там, колбасит. Встал. Встал, пошел. Одна херстина уже. На этом заканчиваем, наверное. Хотел я еще симу с другими винтами запустить. Ну не знаю уже, стоит ли или не стоит. Что у нас тут понаснималось? Наверное, на этом все. Хватит. Все.